Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, как вывязать вот такие вот интересные элементики, такие вот цветочки на основе филейной сетки. Вот смотрите, когда я вязала сетку, я основу уже делала цветочка. Значит, теперь для того, чтобы вывязать цветочки, вот еще не до конца у меня вывязан, да, не обвязан, нам нужна другая цветом пряжа. В моем случае голубая и розовая. Значит, голубой у меня будет цветочек. Так, смотрим, как это делается. Берем вот эту основку цветочка. В уголочек вот так вот вставляю крючок, захватываю ниточку, затем беру вот так две ниточки и закрепляю вот так. Затем кончик убираю, ложу, я его буду ввязывать, делаю две воздушных петли, затем, значит, разворачиваю так. Вот смотрите, сюда я буду вот делать под низ лепесточки вот эти. Делаю накид. Вот так вот. Столбик с одним накидом. И мне нужно сделать, чтобы у меня цветочек вот этот был из 7 столбиков с одним накидом. То есть один у меня петли подъема, это второй столбик. Третий, потом я перехожу там в другую вот отверстие, четвертый, пятый, шестой и седьмой я делаю две воздушных петли и подсоединяюсь в это же основание. Вот так. Теперь разворачиваю полотно в другую сторону, вторая сторона цветочка, лепесточка, подсоединяюсь, вот так вот, делаю 2 воздушных петли и теперь делаю все то же самое, как в первом лепесточке, 2, 3, 4, 5, 6, 2 воздушных петли подсоединяюсь, это 7, и перехожу на 3 лепесточек. Также вот так вот разворачиваю, чтобы было удобно. Подсоединяюсь к третьей стороне и выполняю все так же. 7 столбиков с одним накидом. Седьмой у нас 2 воздушных петли. Любое количество петель вы здесь можете выполнять. Будете смотреть по вашей пряже. У меня получается, что 7 столбиков получается. Так, переходим к четвертому лепесточку. Так, снова подсоединяюсь. 2 воздушных петли. 2 воздушных петли.
подсоединяюсь. И теперь я подсоединяюсь к первому лепесточку. Просто чтобы соединение было. Соединительной петелечкой. Вот так. Теперь обрываем ниточку. Угу, крепкая, хотела оборвать. Обрежем, значит, вот так вот. Вытягиваем, заправляем ниточки. Теперь смотрим, что у нас получилось. Вот такие вот лепесточки. Вот такой вот цветочек получился. Так, вот эти все ниточки выводим на изнаночку. Там закрепляем. И теперь я покажу, как обвязать. Обвязать очень легко и просто. Берем другого цвета пряжу. Делаем воздушную петелечку такую. И ниточку эту ложим на изнанку. Также вот в уголочке подсоединяемся. Вытягиваем розовую ниточку в моем случае. И начинаем обвязывать. Вот так вот расправляем. И прокалываем с изнанки. Вот так вот подхватываем петелечку и вытягиваем. И вот такими вот соединительными петелечками, дорожечкой вот этой, обвязываем наши лепесточки. Так, крутим, вертим, как удобно вам. Держать крючок, держать пряжу. Вот здесь можно в уголочке вот так споднизу подсоединиться. Можно по-другому. Так, ниточки заправляем. Переходим к следующему лепесточку. И вот так вот потихоньку, не спеша, осуществляем нашу обвязочку. Потом все это постирается, разгладится и будет хорошо. Вот так вот, смотрите, получается у нас обвязочка. И так выполняем по кругу. И получится у нас вот такие вот красивые элементики. Так, мои дорогие друзья, показала я вам, как делаются такие прекрасные элементики. Применяйте в своих летних изделиях. Пока-пока, до новых встреч!